15 и 16 ноября в Гродненской лютеранской церкви Святого Иоанна состоятся концерты органной музыки. Солировать будет Егор Колесов. Музыкант представит сразу несколько программ. 15 ноября в 19 часов вечера жители и гости Гродно ожидают концерт «Прикосновение к бесконечному», где прозвучат произведения мировой классики. 16 ноября программа будет называться «Вселенная Иоганна Себастьяна Баха», где прозвучат сочинения лишь этого композитора, музыка которого вдохновляет и позволяет задуматься о важном. 21 ноября для гродненцев выступит и Мария Блажевич с программой «Два гения» – Бах и Вивальди. Традиция проведения концертов органной музыки в лютеранских церквях существует уже много столетий, и в Гродно ее бережно сохраняют. Каждый месяц горожанам презентуют классические и современные произведения, исполненные на органе. Принято считать, что музыка, сыгранная на этом инструменте, помогает вылечить душу. И, конечно же, в декабре традиционно приглашаем на предрождественский, рождественский, предновогодние концерты. У нас будет концерт «Музыка Адвента» Гродненской капеллы. У нас выступит капелла «Джем». Также всем понравившийся концерт у нас будет «От Баха до Абы». И мы также пригласили к нам выступить еще раз уже понравившегося публике органиста Тимура Халиуллина, который привезет нам такой дуэт «Орган и домра», в котором выступят и они сыграют произведения классики и саундтреки к знаменитым фильмом, поэтому мы всех сердечно приглашаем. В следующем году Гродненское лютеранское общение исполнится 230 лет со дня основания и 30 лет современное общение. К этим датам уже готовят не только праздничные концерты и богослужения, но и запуск часового механизма, который был установлен на лютеранской церкви еще в 1913 году, а сейчас находится на реставрации. Все детали, необходимые для ремонта, заказали в Германии, где когда-то и был создан часовой механизм.